аплодисменты, дорогие друзья. Женщины, Иванович, победы. Побеждает Ульяновск. Полковник запаса, директор Ульяновского автомеханического техникума Юдина. Разрешите всех вас поприветствовать в этом святом месте и обратиться с какой-то просьбой, с какой-то молитвой. Естественно, что храм сейчас всех молящихся вместить не может, поэтому мы совершим молебен под открытым небом, потому что сегодня мы празднуем 400 во время Луны. Зайди Иисус в Иерусалим, еже в Иерусалиме хамовчи купили, я же глаголица еврейскими пизду. Подобает тебе всякая слава, честь и поклонение нашей тебе славу, и благодарение и поклонение высылаем, собезначальник твоим отцем и все святым и благим, и животворящим твоим духом. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистой своей Матери, святых исцелителей бессребник, чудотворцев Косьмы и Дамиана, римских и же памятных неблагочестно совершаемых всех святых твоих, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Аминь. Всех, дорогие братья и сестры, благодарю за совместную молитву. Еще раз поздравляю с праздником покровителей вашего села и желаю всем нам, чтобы их молитвами Господь даровал нам вся благая ко спасению. И ближайшие, они родом из Кинзяти. Здесь родился и вырос мой дедушка, моя мама. Село Кинзять очень красивое село, и не зря оно находится, река Чеберчинка, то есть, как переводится, красивая река, и река Сура, солнечная Сура, то есть, в таком уникальном месте. Я хочу сказать, что мой дедушка очень любил Кинзять, был настоящим патриотом, и сегодня я рад, что здесь удалось привести сюда много моих друзей. Мы здесь проводим фестиваль-эстафету, она называется «Посурей из прошлого в будущее». А основная идея нашего фестиваля – это возрождение духовных, этнокультурных традиций народов, которые населяют Суру. Наш фестиваль стартовал в Инзе вчера. Нас около 200 человек. Мы передвигаемся пешком, плывем по Суре, на лодках, встречаемся с населением, жителями. И нам очень приятно сегодня находиться здесь, и мы привезли вам несколько номеров концертных, и позвольте вам сейчас их представить. Так, я... Дорогие братья и сестры, разрешите всех вас сердечно поприветствовать и поздравить с этим праздником, потому что 400 лет истории – это действительно много, это действительно емко, и это действительно то, что, в общем-то, дает нам с вами надежду на то, что и далее будет это село процветать, что оно не будет у Бога забытым. Сердце исцели его и на воде, как
солнечно. Совершим кратенький молебен, потому что место это прежде всего святое, освященное благодатью явления святителя Николая. Ко святителю Николаю, архиепископу мирликийскому чудотворцу, во велении сердец наших, помолимся. Давай. Да, потом.